все-таки я на закусочную приду. Но что поиграть, я вот даже вообще не знаю. Если есть какие-нибудь прикольные игры на примете, пишите их, не стесняйтесь. Будем обозревать. В PUBG неохота играть. Там, ну, чересчур прям вся вот эта движуха. Завязанная на читерах, блядь. Я последний раз играл, зашел в PUBG. Я охуел. Извините за мой прямой текст. Но честно, так оно и случилось. Я просто выглядываю в окно, и мне пау, кар 98 в голову. Это было, конечно, ну, неприятненько. Как минимум. Да кто там умирает? Почему я это слышу? Разработчики, что случилось? Почему эта херня не фиксится? Ну-ка, подождите. Так, настройки. Режим КБ, базовые. Чувствительность, всегда бежать. Гироскоп. Ну. Дистанция от первого лица. А. Если я так сделаю. Так, я вижу вот так, да? Все равно. Так получше, конечно. Охота что-то поиграть, но не в чип пока играть. Как же он плохо зажимает. Что это, агрессор? Пиздец, как он зажимает. Происходит.
непонятном. Непонятненько. Бля, да где? Я же здесь чувака убивал. Ну так не короче, ладно.
С этой стороны я уверен, что никто не будет бежать. Кроме ботов, конечно. Да ну нахуй.
Соня, приветствую. Как так-то? Есть. Остался один. Соня, ты прям вовремя зашла. Топ-1. Да, Арктик хорошая штука. Читерский Арктик, конечно. Тут каждый пиздюк с этой Арктики может расхуярить. Ну, мне приятно.